Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня ко мне пришел на обзор, или, наверное, скорее всего, на распаковку, мобильный телефон Nokia C3, прямиком с AliExpress, вот такой вот синей коробочке, как видим. Такая у нас обычненькая, стандартненькая коробочка, которую нам присылают китайцы. Обычно она не такая красочная, без картинок. Самая такая, знаете, паленая вообще. Ну, а тут у нас, в принципе, более-менее приемлемая упаковка пришла. И сейчас поглядим, что там у нас внутри. Так что переезжаем на нашу основную камеру. Так, вот, собственно, такая вот у нас коробка. Здесь у нас различные надписи. Здесь нам пишут, что у нас 5 мегапикселей. Камера, Wi-Fi, 3.5 джек, наверное, да? Месседжинг туда-сюда. Здесь у нас имеется три цвета. Серебристый, бронзовый и грей. Так. И, собственно, перейдем к просмотру содержимого. Здесь у нас лежит сам телефон. Ну, в коробке, в принципе, тут совсем-совсем не густо. USB кабеля нет. Только адаптер зарядки и манул. Собственно, ничего интересного. Как всегда. И перейдем к самому устройству. Вот такой вот у нас аппаратик. Здесь у нас пленка наклеена. Так, сейчас поглядим, как он у нас выглядит. Спереди выглядит, в принципе, неплохо. Очень даже. Ну, ой, елки-палки. Ну, китайцы, как всегда, в своем репертуаре. Видите? Не уж, блин, с помощью молотка и топора собираю, или что, я ничего не пойму. Ого, щель. Ё-моё. Неужели в Китае не нашлось нормального корпуса? Что это такое? Что это за безобразие вообще? Ё-моё. Просто. Это даже не мусор здесь, слышь. Это краска такая. Угу. Ай-яй-яй, сразу видно, что сама рамка вот эта вот, она юзанная, причем довольно так нехило ее кто-то поюзал. Ну, в общем, восстановленный телефон РФ, как говорится, так что, что уж тут сказать. Вот у нас тут батарейка. Так, это у нас тут под microSD, это под сим-карту, понятно. Так. В общем, не самого лучшего качества телефон. Да, китайцы, конечно, что-то как-то не очень. Вот это удручает, что они через раз присылают то нормальный аппарат, то совсем говёный. Сейчас попробуем его включить. Надеюсь, не разряжен. Так, ну, включился. Русские буквы у нас есть, но подсвечиваются они как-то так себе. Так, сеттинг, рецепция, что тут у нас? А, он же у нас сенсорный. Да. Это у нас кнопочно-сенсорный телефон. Так, сохраняем. Идем в меню, надо настройки выставить. Где русский язык? SMS, Display, Call, Phone, UK, Language Setting, Bluetooth какого-то дьявола включен. Нет, что я нажал? Ты ж, где русский? Вот он. Все, русский язык выставили. Язык дисплея, язык сим-карты. Все у нас есть. Ну, дисплей, в принципе, на касание реагирует вполне себе нормально. Очень даже ничего. Здесь у нас кнопка блокировки. Угу, чтобы разблокировать, проведите по экрану. Окей. Ну, нормально работает. В общем-то... Здесь у нас кнопка какая-то необычная.
А, это даже не кнопка, вот эта кнопка. Так. А что, фото не работает? А, он заблокировался. Фото работает. Сейчас попробуем, может, даже чего-нибудь снимем. На себя, например. Вот так вот сделаем. Вот. Такая вот у нас фотка. Ой, какие у меня там ноздри. Ё-моё. Так, зайдем сейчас. Надо это дело подудалить. Так, окей. А чё Bluetooth включен? Bluetooth надо бы выключить. Приложение, будильник, калькулятор, список. Хм. А кто знает, где находится Bluetooth? Я как-то не особо разбираюсь здесь, что. Ну-ка сюда тема, подсветка, дата, быстрый доступ. Быстрый доступ, копил подключение устройств. Bluetooth, вот он. Исключим, мы его сейчас выключим, чтобы он нам батарейку не сажал. А то тут два деления, как видим. Собственно, можно даже сейчас мелодии посмотреть. Режимы, темы, сигналы. Громкость у нас. Ну, ничего так. Громкость хорошая, очень даже громкий. Сохранить, окей. В принципе, нормально. Камера рабочая, звук хороший. Еще надо будет потом его потаскать. Блин, ну тут косяк на косяке просто. Гляди, он что, дисплей. Ай-яй-яй. Тут сбоку щель, просто. Оно, в принципе, так визуально как-то, ну... Страшно выглядит, но на камеру оно еще страшнее. Особенно вот это вот, когда близко так к объективу камеры подводишь. Просто такая щеляка прям, я не знаю, как, блин. Ой-ой-ой. Как у очень разгульной дамы. Да. Какой ужас. Яйца сатаны! Что мне китайцы прислали? Это просто какой-то капец. Мне такое еще, если честно, не приходило. Раньше были, конечно, какие-то косяки, но чтобы вот так жестко, это просто полный пипец. Не знаю. Именно такой халтуры еще не было. Да. Щель, конечно, ну просто, блин, она у меня убивает. И туда вот смотришь, такое ощущение, как будто там грязь, хочется ее оттуда выделить. Просто капец, я в шоке. Вот это вот тоже погнули. Блин, у кого там руки с одного места растут? Да. Ну, это я так понимаю, наверное, бушные телефоны, они же как бы... Не бесконечные, видать, уже заканчиваются запасы, и корпуса как бы не особо все делаются. Так, перейдем на другую камеру. Так, я так полагаю, что корпуса у китайцев тоже нормально заканчиваются, потому что раньше таких ярых прям косяков не было. Были, приходили какие-то по мелочам, но их можно было исправить как-то по месту, но это просто какой-то полный капец. Дисплей, крышку погнули всю. Внутри все покоцано, это не очень хорошо, но тем не менее, в принципе, телефон работает, и я думаю, может быть, даже придется новый корпус покупать, потому что мне его как бы надо еще спихнуть, вот, чтобы купить что-то новое на обзор. И еще, наверное, погоняем потом уже в нормальном обзоре. Сделаю тесты там Wi-Fi, GPS, все дела. Если, конечно, время будет, но я постараюсь обязательно. Вот, так в целом, в принципе, поглядеть. Экран работает нормально, яркость тоже хорошая, звук работает. В принципе, камера рабочая, кнопки все нажимаются, все замечательно. То есть, таких прям косяков, чтобы мешали работе аппарата или как-то, в общем...
влияли на это? Нету, то есть исключительно визуальное, то есть вот именно вот эта вот задняя сторона, это просто вот спереди он выглядит в принципе нормально. Но когда начинаешь смотреть под углом и смотришь на заднюю крышку вот эту, то ты как-то, блин, ну вообще обидно, что такое присылают, а ведь аппарат стоит как бы 50 баксов около того там, по-моему. Вот. И как-то не прикольно, что прям... Я-то, конечно, понимаю, что это РФ, там все, ну, можно же было сделать как-то поаккуратнее, корпус подобрать, тем более в Китае, что там корпуса не найдется нормального или что, ну, докиньте там, я не знаю, $10 на этот корпус, и, в принципе, мне это не принципиально будет, главное, чтобы устройство было в отличном визуальном, значит, виде. Вот. Ну, вот это вот, конечно, пришло, это... непростительно. Больше у этого китайца, у которого я там заказывал, заказывать, наверное, не буду. Но ссылку все равно выложу в видео. Мало ли, вдруг у нас такие же рисковые парни там за экраном сидят, как я. Вот, и, может быть, приобретут. Хотя, в принципе, выбора-то особо и нет, потому что у нас-то РФ, если и продают, то тоже по не очень там, скажем так, низкой цене, очень дорого продают. Вот, и если вам будут рассказывать, что вот, у нас там новые аппараты, нету новых аппаратов, их уже давно не производят. Не производят. Все либо берут по месту, переодевают их, да, восстанавливают как-то, либо берут в Китае уже готовые восстановленные решения. Но в Китае, как правило, дешевле, но не всегда качественно. Где-то 50 на 50, то есть раз может прийти нормальный аппарат, и в другой раз может прийти не очень хороший аппарат. Вот такие вот у нас пироги. Так что будем еще по программной части его тестировать, посмотрим, может еще видео там что-то на него поснимаю, покажу. Для тех, кто не видел, что там, да как, для тех, у кого же этот аппарат был, я думаю, смысла смотреть то видео не будет. Вот, ну и вообще я как бы, что там особо обозревать и нету. Потому что камера 5 мегапикселей, старая, вот, фотографии, я думаю, будут нормальные, ну, а видео так себе. Так что, ладно, будем ждать обзора. И если у меня будут силы и время, и мне будет не лень, я, конечно же, постараюсь снять обязательно. Так что, если что, может, мне там напоминайте, чтоб я не забыл. Вот, и пока этот телефон у меня, надо будет, значит, все по видеоматериалу попилить. Так что, всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем спасибо, пока.